сегодня буду снимать свой макияж, который получился так спонтанно, скажем так, и очень хорошо. Как видите, у меня герпес. Придется его перекрывать. Все, начнем. Нашу базу под тени, это Кико, карандаш. Они настолько мягкие, что их можно наносить как базу под тени, они очень хорошо наносятся. Очень хорошо держит тени. Вообще, как советую карандаши от Кико, они очень классные. Дальше я наношу складку века. Сейчас еще кисточку. И складки века. Такой бронзовый оттенок. От Sleek. Я вам не буду показывать свою палетку, поскольку она в моем проекте «Использовать и выбросить». Я не хочу ничего проспойлерить. Дальше на всю веко. Ищу кисточку опять же. Наношу розовый цвет. Золотистый во внутренний уголок глаза. Смотрите, какая пигментация у портретки Sleek, хотя ее сняли с производства уже. Хорошо. Вот такой маленькой кисточкой. Сейчас покажу. Набираю аквамариново-зеленый цвет. И наношу на нижнее веко. Получается красиво, правда? Дальше беру палетку Rock Nudes от Maybelline. И карандаш Kiko от Astrid.
Deep Black Smokey. Скошенной кисточкой наш черный цвет с шиммером. А все верхнее веко, как бы в качестве айлайнера, что ли. Шиммер совсем не заметен на глазах. Нам просто нужен какой-то черный оттенок, хороший, пигментированный. Глаза слезятся. Теперь наношу коричневую тушь от пупова. Она такая объемная. Теперь займемся бровями, тоже скошенной кисточкой, которую я потеряла. Наношу коричневый оттенок. Теперь наношу BB Cream & Garnier. Совсем маленькое количество. В основном для того, чтобы перекрыть этот герпес. Всю зону вокруг рта. Под глазами. Это оттенок Light Anti-Aging версия. Остатки наношу на щеки, на нос не наношу ничего, потому что если нос накрашен, то тогда лицо выглядит слишком накрашенным.
теперь персиковые румяна. Розовые. Сейчас я нажму персиковые. Марка Смайл, китайские. Если я наношу их на пудру, то они не видны. А если я наношу без пудры, то они видны. Вот такая вот история. Дальше поверх этого всего нашу пудру от Kiko, сияющую, Real Love Radiant Highlighter. Последний шаг – губы. Губы у меня сегодня будут такого вот персикового цвета. Которую я пытаюсь дополнять. А, по-моему, пора вынимать стопер. Вот такой макияж. Акуло. Обе красивый контраст между зеленым и оранжевым на губах. Мне очень нравится. Спасибо всем за внимание. Всем пока.